Итак, ребята, всем здравствуйте. Здравствуйте, вы на канале Dark Boy, и сегодня в этом ролике будет у нас обзор. Поздоровайся. Это у нас, ребята, если что, автор, который будет продавать эту, так сказать, сборочку. Он ее купил. Да. И он ее продает. У него никнейм в этом. И на ютубе этот Мустанг, если не ошибаюсь, да, Мустанг. Вот, зайдите туда и подпишитесь, и ссылка будет в описании. Ссылка будет в описании. И давайте приступим к обзорчику. Первое, что у нас бросается на глаза, это у нас сама менюшечка, называется, понятно, криминальная зона, как вы видите, Blood War. Есть открыть клетки, магазин, взять начальника, передать деньги, сменить команду. Ну давай дуэлечку, давай. Покажем, как она работает. Вот так работает дуэлечка. Пиздец, как лагает, ебать. Попал. Еба. Это сдох, не додик. Да я мимо стреляю. Я почти не попадаю. Блин. Задержка была. Но мне сейчас все. Но мне сказать, что я сдохну. Я по-любому сейчас сдохну. Так. Ну вот так работает дуэль. Тут есть несколько выборов. Вот такая у нас победа. Вот такое менюшечка выбор оружия. Взять АК-47, М4А1, М249, МП5, М3, АВП и карт Чао. Вот это, если что, оружие, которое сейчас я взял. Дальше у нас выбор запасного оружия, а это относится к пистолетам. Дигл, Юсп и Infinity SS. Вот такой он выглядит. Как вы могли заметить, он так выглядит. Дальше, что мы нам типа вам показать? Взять начальника. Давайте начнем взять начальника, а потом с магазин. Можно открыть клетки, дать свободный день, звонок, футбол. Волейбол, включить бокс, разбить на две команды, передать начальника тюрьмы, удалить из списка бунтующих. Это если заключенный будет бунтовать, его... Давай еще, давай. Не надо читы. Братан, читы вырубай. Потом, если что, поменяемся командами, окей? Слышишь? Сейчас только я сниму этот. Так, вот что у нас открыть. Дать свободный день, он так выглядит. Даем свободный день. Вот так оно работает. Собственно, свободный день. И я гений, что... Ну, блядь. Нажал, теперь менюшка не откроет. Надо ждать, пока закончится ФД, а потом уже... Потом уже можно включить меню начальника. Ладно, давайте с магазина охранника. Магазин охранника выглядит так. 255 хп. Скорость хп. Гравитация, электрооружие и электрошок. А электрооружие выглядит так. Это у нас такой, золотой. Как его там, я забыл, как он называется. Ё-моё. Позор какой. Ну, вот так. Вот как он наносит, получается, электроурон заключенного, он его притормаживает этим. Можно я покажу этот, как этот электрооружие тебя замедляет? Ты не против? Ну, один раз я пульну просто. По ногам. Вот такой эффект происходит. Такой эффект. Так, ну то что еще можно показать?
Сменить команду. Сменить команду тут такое, вот, ну, по классике, да. Дальше узнать IP сервера. IP сервера, вот она как бы, видите, пишется в чате. IP нашего сервера, IP вот. Следующий у нас идет купить привилегию. Купить привилегию, вот такое окошечко открывается. И тут VIP.txt. Ну, там можно настроить, чтобы она там писалась. Услуги, цены, покупка. Дальше это у нас вот меню премиум игроков. Это у нас меню привилегий. Меню привилегий выглядит так: випка, меню админа, администратора, супер админ меню, меню Дарт Вейдера и купить привилегии. Випка выглядит так: 255 восстановиться, 255 хп, пакет гранат, скорость, гравитация и 16 тысяч долларов. Да. Вот так оно работает. Так, купить привилегию. Где тут у нас PR меню, если не ошибаюсь, да, правильно написал, да. Дальше меню администратора выглядит таким образом. AXMod X меню. Кликнуть, забанить, ну, это все по классике, вы уже и так прекрасно знаете, так что тут смысла показывать нету, потому что оно все по классике. Супер админ меню, оно не работает в разработке. Дарт Вейдер, меню Дарт Вейдера, дыхание, тихий шаг и возродить игрока. Ну, возродить игрока на другого-то не смогу показать, как будто нет заключенного. Блять, сука. У меня повисло еще. Я так люблю этот интернет. Да точнись. Сука. Ну, короче, давай сейчас я оставлю запись и потом продолжим. Итак, мы продолжаем. У меня, к сожалению, вылетело. Там с интернетом была проблема. Так что, так, ребят, продолжаем запись. Окей, выдвигаемся. Итак. Так, вот. Выбрал. Вот, кстати, игры, кстати, как выглядит. Вот так оно работает. Смотрите. Голосуют заключенные. До конца голосования. Шторм. Это музыка пошла. А ты где? Блин, а как играть? Сука. Сука. Ты еще и в клетке был, да, ё-моё. Окей, выдвигаем. Слушай, давай-ка, знаю, что выберу. Давай чай-чай выручай, в принципе. Невидимые пришельцы, Спарта. Так, ну ты как увидел, тут список игр, которые там есть. Вот это и музыка пошла. Так, следующее, что есть костюмы, как я говорил. Костюмы, маски для VIP, это для людей с привилегией. Вот там в скобочках пишется, что VIP. Дальше тут голосование за мафию. Голосование за мафию вот так. Нажимаете, вот голосование. И тут получается, кто у нас... Голосование работает так, типа... Голосование будет за мафию, да? Произойдет голосование, там будет выбрать человека, который будет мафией. В принципе. Если я не ошибаюсь, то он так работает. Да. Если что, ребята, ссылочки будут в описании, как я говорил. В описании автор, где можно эту сборку купить.
вот этого человека, который тут играет, он уже автор. Он ее продает. Лена, ты где находишься, этот? Мустанг. Скажи, пожалуйста, я тебя просто не вижу. Угу. А я, кажется, догадываюсь. А нет. Не, не нычка, а то через нычку можно за карту попасть. Но он убежал. Как-то скрытно. Просто... Видимо, он успел убежать, пока я этого доходил. Мне подскажут где-то... Там, там, там. Окей, понял, Бэбилон. Ага, он одурил меня. Неплохо, неплохо. Меня обманул, конечно. Нет, это нечестно. А, ну я там тебя не... до этого не искал. Я пойду, ты говоришь, что ты там находишься. Я пошел туда. Неплохо, неплохо. Просто стоял. Я тебя даже не вижу. Где ты, блин, находишься? А, вот иди. Да иди сюда. Да хоть тебя ударить. Ну дай, да не надо. Блядь, ну не убегай, 5 секунд, ну дай за 5 секунд ударить. Сука, опять ФД, нахуй. Давайте покажу вам костюмы. Костюмы вот такие. Нет, я еще снимал, я же там не доснял этот меню Саймона, и за заключенных тоже посмотреть, как работает этот дуэль меню. Понял? Ну подожди, давай сейчас этот, как поступим. Сейчас я сниму этот. Скажешь, работать мне шапочки или нет? Вот сейчас я одеваю шапочку Чебурашку. Работает. Все, прекрасно. Вот, ребята, если что, вот есть костюмы для випов. Вот, вот так выглядит. Давай ты покажешь поэтапно эти шапочки. Ну, не знаю. Не знаю, ну кто так делает. Ладно. Ну, короче, ребята, вот так все шапки работают. Главный админ Мустанг. Видите, Мустанг. Вот кто админ. Вот кто главный здесь. Сейчас закончится... А я не умер. Сейчас суицид пропишу. Слушай, давай, чтобы не ждать раунд, я пропишу килл. Пропишу, чтобы этот быстро показать. Окей, выдвигаемся. Вот, последний зэк. Так, иди сюда на линию главную. На ноль. Зэки, давайте на главную линию. Быстренько. Сейчас хочу кое-чего. Так, вот так работает звонок. Дальше вот здесь есть футбол. Игра в футбол. Да, вот, вот показывал. Я нажал на начать футбол. Установить мячик. Вот такой есть мячик. Тут их два типа. Удалить. Сука, блядь. Ну, я люблю этот интернет.
Вот, смотрите, вот есть белое и черное, как я показал. Дальше я могу здесь добавить очко. Так, добавить очко белым и синим. Отнять очко в белых и синих и увеличить скорость мяча. Мяча вот так оно увеличивается. Сейчас вот я увеличу, допустим, какую-то скорость сделаю. И вот смотрите, вот так, как он полетел. Также я могу уменьшить. Уменьшить как, ну, до минимума, вот так. Вот так, все, вот так оно работает. Так, тебе давай этот. Чуешь? Ты меня слышишь, да? Дальше тут у нас волейбол. Установить мяч. Мячик вот... А, вот он работает, работает. И тут, короче, волейбол, вы знаете как, надо в самую вышку кинуть. Верхушечку. Тоже, ну... Так же самое, что и футбол. Добавить, отнять... Увеличить скорость, уменьшить, ну, то все, как я показывал на футболе. Дальше включить бокс. Ну, включается бокс так. Включить, отключить. Разбить на две команды. На три команды. На четыре команды. На пять. И так, до пяти. Удалить из списка. Так, хорошо, все, я показал всю менюшку. Давай меняемся командами. Слышишь? Раунд закончился ничьей. Такая меню. Вот. Окей, мы перешли. Я последний заключенный. Вот, вот как выглядит менюшечка у заключенных. Меню последнего зэка. Меню последнего зэка вот так выглядит. Меню последнего зэка. Первая, вторая страница. Я могу получить 160 тысяч долларов. Получить свободный день. Так, ребята, еще раз извиняюсь, у меня опять спрос. Так, я извиняюсь, мне просто друг позвонил, и у меня КС-ка свернулась. Так что, давай продолжаем. Короче, открыть клетки, получить, как я сказал, получить заботный день, убить всю охрану, дуэль на ножах, диглах без очереди, на диглах. Дуэль на гранатах, дуэль на пулеметах, винтовках, дробовиках, электрооружиях. Электрооружиях это вот так. Давайте на электрооружиях посмотрим. Смотрим, выше баллы. Так это еще выше баллы. Вот. Зомби, прятки, призраки, невидимые пришельцы, Спарта, Шторм, выше баллы, Чай-Чай и Магия. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 игр. 10 игр всего. Вот так работают выше баллы. Музыка, кстати, прикольная. Блин, ну вспоминается. Ёба. Ой-ой-ой-ой-ой. Давай, догоняй меня. Это что, типа баг такой или что? Получается. Может, ты должен меня убить именно с ножа или что? Ну подойди. А ну это... Значит, килл прописывай. Тут произошел баг. Он сдох. Все, проиграл. Все, ребята, я думаю, все было интересно посмотреть на сборку, так что можно уже сейчас заканчивать. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал на мой и на Мустанга, автора, человека, который продает эту сборку. Занимается сборочками, тоже подписывайтесь на его канал на Ютубе, также ссылку оставлю на группу его, подписывайтесь. Добавляйтесь к нему. И, ну, покупайте у него тоже там что-то. Сборочки.
Он, кстати, неплохо делает. Ёба, пришелец, ёба. Ну ты меня так не достанешь. Ты не сможешь. Всё, я заснял ролик, если чё.